привет! Еду на тачок к Славену. У нас там сегодня покраска шестирамочников. Проезжал мимо нашего дикого роя. Я и забыл за него. И вспомнил, что нужно глянуть, как он здесь. Пчелки летают вот тут на крапиве. Вот наше дерево. Но пчелок я не вижу. И походу пчелкам game over. Угу. А, вон труха. Короче, все, друзья, погибли наши пчелки. Или слетели. Ну, погибли. Конечно, причины останутся неизвестны, потому что мы не знаем, то ли это клещ, то ли это болезни, то ли это мышка, какие-то вредители. Ну, 2 года побыл здесь рой, и капец ему. Ну что ж, в принципе, это стоило ожидать, потому что близко к земле, ну и раи, это, как ни крути, без человека они никуда. Нужно обрабатывать от клеща, от болезней и так дальше. Ну что ж, будем надеяться, что сюда еще прилетит рой, потому что, ну, раи здесь летают. Будем смотреть. Дерево хорошее. Жалко, конечно. Ну, тем не менее, без раев тоже никуда. Раи нужно ловить, потому что, видите, друзья, раи погибают сами по себе. Их клещ съедает. И отпускать раи нужно тоже, потому что это должна быть происходить какая-то популяция. То есть благодаря роению пчелы и выживают. Это, конечно, вот для промышленников роение это очень плохо. Им классно, когда сейчас селекция дошла до того уровня, что роения нету. Но для самих пчел это очень плохо. Поэтому должно быть какая-то баланс. Должны быть раи должны тоже улетать. Ну, жалко, рой пропал. Тут даже цветет яблоня. Ну вот, как-то так, друзья. Так что ловите раи и отпускайте раи. Всем пока!